10 лет в колонии строгого режима. Такое наказание сегодня вынесут Красноярского района убийце Анны Бондаревой. 20-летний Владислав Роговик проведет за решеткой фактически половину уже прожитой жизни. Приговор он выслушал спокойно. Гособвинение просило 12, но в ходе рассмотрения дела были учтены все обстоятельства. И смягчающие — явка с повинной и сердечно-сосудистые заболевания подсудимого. И отягчающие вину — то, что убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Родители Анны Бондаревой считают наказание мягким. С адвокатом общались, он говорит, если 10, то будем обжаловать. А наш адвокат сказал, что он даже не извинился, не просил прощения. Адвокат его быстренько на бумажке начеркал, передал ему в клетку. Он встал и сказал, что извините меня. Он такой очень кого-то на ногу наступил. 21 июля 2015 года студентка Анна Бондарева уехала с друзьями на дачу к Владиславу Роговику и пропала. Позже нашли ее тело во овраге. Как рассказал следствию сам Роговик, сначала он душил ее руками, потом, как показало расследование, желая убить наверняка, стал душить палкой до тех пор, пока изо рта и носа жертвы не пошла кровь. Поначалу подсудимый пытался скрыть свое участие в преступлении, затем вину все-таки признал. На суде же заявил, что не считает себя убийцей. Роговик написал явку с повинной, будучи доставленным уже в отделение полиции. После того, как был обнаружен труп Бондаревой, после того, как была уже изъята видеозапись с видеорегистратора, который располагался там в районе места происшествия. Суд не только признал Роговика виновным, но и удовлетворил гражданский иск родителей погибшей девушки, присудив подсудимому выплатить 137 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч морального, хотя поначалу они требовали 10 миллионов. По словам отца Анны Бондаревой, деньги от Роговика им не нужны, средства они намерены перечислить в детские дома, а столь большую сумму они заявили, чтобы Роговик не смог выйти по условно-досрочному освобождению, пока за все не заплатит. Олег Зверев, Григорий Плешаков, «События».